Всем-всем большой привет! Очередная серия моих запасов будет посвящена кремам для рук и немножко для ног. Может быть, будут попадаться и скрабики для рук, для ног, но их совсем у меня немного. Давайте начнем с рук, потому что эта коллекция у меня тоже очень большая, как и кремы для тела. Я очень люблю кремы для рук. У меня они уходят достаточно быстро. И давайте покажу, что у меня есть. Повторюсь, что очень много средств мне дарят. Присылаются они в посылках. И поэтому проконтролировать их количество мне очень сложно. Давайте я покажу самый большой флакончик. На самом деле у меня есть еще один большой, но он у меня уже в использовании. Это от Кафе Красоты крем для рук, увлажнение и защита. В нем 250 мл. Очень большой объем, конечно. Приятный аромат. Экстракт инжира входит, масло миндаля, масло абрикоса. Вот такая вот бутылочка. Сейчас покажу сразу несколько больших сначала бутылочек. И так будем на более маленькие объемы переходить. От Санте у меня есть люкс крем для рук «Молодость кожи» с маслом ши и виноградными косточками. Обещает роскошное питание, 125 мл, достаточно такой большой объем тоже, но, конечно, не 250. И следующие уже большие идут у нас 100 мл. Это «Акуна Банана» питательный крем для рук. У меня таких на самом деле два, второй сейчас в использовании ушел. Большие объемы есть у Avon в серии Kea, 100 мл уже в них. Вот этот восстанавливающий увлажняющий крем для рук с маслом какао, это мой, наверное, самый любимый аромат в серии Kea. Очень люблю аромат вот этого какао. Дальше от Avon, по-моему, еще что-то у меня есть, но сразу-то я и не вижу. Ну, давайте просто буду показывать, что уже попадется мне под руку. В большом объеме есть от Garnier интенсивный уход питания. Питает и восстанавливает. Это для очень сухой кожи рук. Я такие вещи люблю использовать как маска. Особенно вот после мытья, когда там вечером распаришь ручки уже, накупаешься в ванной и на ночь. Могу даже такое средство наносить и на ножки, на ночь под носочки. То есть вот этот крем очень хорошо работает, ну, пока у меня в запасах. От Mary Kay 85 грамм. Это очень хорошая линейка у них, Satin Hands. Люблю я кремы от Mary Kay, у них есть и тройные, по-моему, бархатные ручки называется, как-то так, серия, там, увлажняющие средства, смягчающие, вернее, средства, пилинг и крем. Ну, вот крем как раз похож на этот. Очень хороший у Mary Kay кремы для рук. Дальше. Есть у меня вот такая красота. Тоже большой объем, 100, по-моему, миллилитров. Это под 90 миллилитров. Это подарок тоже был такой. Люблю оригинальные упаковки. Они у меня почему-то первые уходят, хотя мне их жалко. Но в любом случае они у меня начинают тратиться первые, потому что украшают стол, и я их использую. Дальше. От особой серии крем-бальзам для рук и ногтей. Ромашковый чай. Дальше от Oriflame. Вот такой вот пролине крем для рук. Очень красивый дизайн и очень приятный аромат. Это уже стандартные упаковочки. Бархатные ручки Магия Тиаре. Биомасло цветов Тиаре входит. Кто-то хвалит, кто-то не хвалит этот вот крем. Ультраувлажнение обещает, 3 уровня увлажнения, удерживает влагу в коже. Вот, кстати, многие девчонки, например, ругают, что крем пленочкой покрывается. Это обычно называется жидкая, ну как, жидкая перчатка, что ли. Если удерживает влагу в коже, значит, действительно защитную пленочку образует крем. Это неплохо, просто
мы порой используем крем не по назначению. Такой крем подходит защитный именно, если вы на улицу на мороз выходите, либо, например, руками моете что-то без перчаток, то тоже вот такая защита необходима. Дальше. Вот нашла я еще один от Kea. Avon. Пчелиное маточное молочко. Это тоже был подарок. 100 мл в этом креме. Большой объем. От бархатных ручек нашла еще одну крем для рук. Основной уход. Устранение сухости. Активный гель алоэ вера содержит. Вот такой. От кафе красоты крем для рук увлажняющий с маслом миндаля. Очень люблю аромат миндаля в кремах. Дальше. На бархатные ручки, кстати, очень похож вот этот крем весна нежный. Это увлажняющий. Экстракт календулы входит и экстракт семян кунжута. 75 мл. Ну, вот внешне, да, мне кажется, очень похож. Так его создали. Интересно. Так, давайте куда-нибудь вот сюда ребят вместе с их сумочкой перевесим, чтобы они нам не мешались. От Oriflame мне попадается вот такой вот, мне кажется, лимитированный был крем для рук. Мыло у них такое же было. Diamond Pearls. Ну, я сейчас это так прочитаю. Я как на русском читаю обычно английский язык. В общем, вот такой вот крем. Дальше от Oriflame попадается тоже лимитированная версия была, тоже вместе с кусочком мыла шел. Вот такая лимиточка. Яркая, красивая. Мне кажется, к Новому году выпускают чаще такие вот они линейки. И вот такой еще крем для рук, тоже от Oriflame. У них очень красивые, яркие, позитивные упаковочки. Мне в подарок все приезжали от девочек. От кафе красоты еще один крем нашла, тоже увлажняющий, с маслом миндаля. Смотрите, они очень-очень похожи. Сейчас мы их даже сравним. Вот, смотрите. Да, такое чувство, что просто поменяли дизайн. Да, судя по всему, то же самое все, только разный дизайн. Вот, получается, у меня два одинаковых. Но я об этом узнала только что. То есть я знала, что у меня два, но не знала, что они так похожи. От Aquafruit крем для рук персика маракуя. У меня крем для тела есть такой. Это из набора тоже. Подарок ко мне приезжал. И вот есть тоже большой объем. Видите, какой. Дальше. Белоручка. Крем для рук и ногтей питательный. Белоручка недорогая серия, но ее очень хвалят все девчонки. Тут обещают хорошую кожу за одну минуту сделать. И вообще у белоручки прямо целая линейка, разный дизайн. Цвет отличается колпачков. И вот сама девушка разная бывает. Дизайн красивый, конечно. Дальше. От Oriflame еще один очень красивый, позитивный флакончик крема для рук. Давайте я его тоже сюда поставлю. Уж более они тут красиво смотрятся. Так, сейчас я вот так разверну немножко. От Чистой Линии крем для рук и ногтей. У меня такой уже был и был, наверное, раза два. Очень он мне нравится. Он подходит и для ногтей, для кутикулы, и для кожи рук. И уплотно. У них молодцы, у Чистой Линии есть такая линейка, и они отмечают степень вот этого питания, защиты. И тут двоечка получается, достаточно легкий крем и подходит для работы и для каких-то, может быть, работ с бумагами даже. Дальше. От Avon еще один крем нашла. Naturals. Ароматная ваниль. Сейчас у них вышел для ног ванильный крем. Я заказала даже целых два. Вот, наверное, в субботу приедут. Не могу я мимо аромата ванили пройти. Тем более в Avon аромат ванили просто бесподобный. Обожаю. И вот этот крем берегу. У меня такой был уже и не один раз. Мне девочки присылали. И этот, кстати, в подарок присланный.
И я сама покупала. Ну, аромат, конечно, бесподобный. Зимой он просто согревает, и наслаждаешься им. От Oriflame. Тут с ароматом макадамии вот такой крем. Он большой, 100 миллилитров. Тоже мне прислан в подарок. Буду пользоваться. Я сейчас активно начала снова шить, и руки снова пересыхают. Я их постоянно приходится их увлажнять и питать кремом. И после каждого мытья, и после работы с материалом обязательно. Прям высыхает кожа рук. Этот крем ко мне приехал из Израиля от Леры. Видно, тут мало что можно понять на русском. Но вот для России они пишут вот здесь. Тут и питание, и увлажнение, и входит масло. Оливковое масло и мед. Приятный наверняка аромат. Мне кажется, здесь 100 миллилитров. Да, 100 миллилитров. Вот такой вот крем. Жалко пока. Пока достану, перебираю и снова прячу. Отдав. У меня один, по-моему, только крем. Вот такое объятие нежности. Масло ши и пряная ваниль входит. Приятно пахнет. 75 миллилитров. Хотя тюбик кажется маленьким в сравнении с остальными. Но он такой маленький да пузатенький. Так. Один у меня от Либридерм. Надо его использовать. Он у меня уже открытый. Крем для рук. Он идет восстанавливающий с календулой. Вот такой симпатичный. Он шел даже в коробочке. Так. От Faberlic. Зима. Это защитный крем от непогоды для рук. Я его использовать буду по назначению именно зимой и только на улицу, потому что вот он как раз является этой жидкой перчаткой, о которой я рассказывала. То есть покрывает руки такой пленочкой и защищает таким образом от ненастья. Дальше. Есть тут у меня малышки, я их сразу откину. Давайте вот этот покажу, тоже от Гарньер. Нежное прикосновение, крем для рук, масло манго входит. Вот такой вот он симпатичный тюбик. Давайте сюда к Гриньеру отнесем. От Виленты крем для рук антивозрастной. Вот такой симпатичный тюбик. Красивый. Ну, от Виленты вообще дизайн, конечно. Очень красиво смотрится. Крем-сорбет для рук увлажняющий. Вот такой красивый тоже флакончик. 75 миллилитров. Входит так, сертифицированные органические масла. Вот такой красивый. На антистрессовые раскраски похож сам тюбик. Вот такой красивый. Было у меня два, еще один омолаживающий. Он уже закончился какое-то время назад. От Ифраше есть вот такой крем для рук. Он идет с арникой, мне кажется. У меня был в круглой баночке с арникой. Мне очень понравился. Этот я еще не использовала. Ну, такой прям красивый дизайн. Глаза прям отдыхают. Какой-то солнечный он. Несколько. А, вот еще один нашла от Ифраше. Тут груша и какао, что ли. Ну, в общем, вот такой. Не буду я вот тут приглядываться, что входит. 75 миллилитров. Очень красивый. Это какая-то лимитка зимняя, кажется, была в Ифраше. Давайте от Faberlic покажу несколько тюбиков. Это Ее Величество Роза. Любимый мой аромат розы. Также Милый Жасмин. Очень красивая упаковочка. Они из одной серии. Также от Beauty Cafe ароматная земляника. Питательный крем для рук. Люблю аромат земляники. И вишневый конфитюр. Бесподобный аромат, конечно. Тут вообще сплошное наслаждение. Вот так вот оно выглядит. И несколько покажу
А, вот еще, что я вам не показала. Это вот только-только ко мне приехало вот такое трио. Жидкая перчатка от Faberlic. Тут идет первый шаг, где он вот химический пилинг, гель для рук. Потом идет тонкая шлифовка, скраб для рук. И жидкая перчатка, крем для рук. Вот такое трио от Faberlic. Сюда поставим. Ну и дальше такие малышки, какие у меня есть. Как правило, у меня в зиму идут они как сумочные варианты. Но и так использую тоже. На столе у меня стоят. Первые 50 миллилитров вот такой вот крем для тела. Это ко мне, по-моему, из Америки приезжал от Оксаны. Очень вкусно пахнет орешками. Вот такими. Второй, хоть он и кажется большим, на самом деле 45 миллилитров крем-масло для рук и ногтей. Мгновенное впитывание обещают. От народных рецептов фитокосметика. Следующий из Израиля. Ко мне от Лерочки приезжал вот такой крем для рук. Тут уже более сложно с русским языком. 50 миллилитров в нем. Малышки, я вообще особую любовь питаю к малышам. От каждый день крем для рук вот такой с ромашечкой. 50 миллилитров. Тоже лежит у меня в малышках. В коробочке красоты вот такой приезжал крем для рук. Видите, даже написано образец, не для продажи. Вот, тоже малышка, 50 миллилитров. Дальше. От Yves Rocher есть вот такая крошка. Симпатяга. Давайте сюда ее поставим. Дальше. Кажется, уже 30 миллилитров. Вот такой крем оливковый. Тут даже есть что-то на русском языке. Так, есть. Вот. Написано. Вот такой. Еще чуть-чуть. Тоже из Израиля. Вот такой крем для рук. 30 миллилитров. Я уже показывала крем для тела вот этой фирмы. Тоже мне Лера присылала. Но да что, у них крышки классные, прям такие болтики милые. А дальше приезжал ко мне в подарок вот такой крем для рук. Тоже, видите, крышка такая в виде болтика. Сабон, да, вроде. Похож на Локситан крем. И вот такая еще от Oriflame малышка 30 миллилитров. Очень красивая. Смотрится так прям как-то солидно. Все, представляете, кремы для рук у меня закончились. Но еще есть те, которыми я пользуюсь. У меня во всех углах стоят. Но те, которые в запасе, вот это все. Ну и давайте еще покажу, что у меня есть для ног. Начну с большого объема. Это крем освежающий для уставших, тяжелых, ну, в кавычках, ног. Каштан и прополис Green Mama. Здесь 170 миллилитров объем. Этим летом не воспользовалась, не успела. Два крема. Один покупала я, второй ко мне только что приехал в подарок. Это от Avon увлажняющий крем для ног с экстрактом красной смородины. В обоих по 75 миллилитров. Это хорошие кремы. Я такие люблю. И с огромным удовольствием, когда время подойдет, я ими начну пользоваться. Обычно, когда крем заканчивается какой-то, начинаешь брать те, которых у тебя пара. Поэтому, скорее всего, ближайший крем именно один из этих уйдет. Дальше тоже у меня получилась парочка, но на самом деле это два подарка, которые один попался, по-моему, в пакете сюрпризе, если я не путаю, а второй был в подарок прислан. Это скраб для ног Мохито и Лайм и увлажняющий лосьон для ног. Вот и получилась у меня прям парочка. Вот сюда поставим средством для ног.
От Oriflame недавно ко мне тоже приехала вот такая красота, очень симпатичный дизайн, прям в один дизайн влюбишься. Тут я так понимаю, что с ароматом клубнички. Вот такая вот ножка, тоже сюда к ногам. От особой серии есть крем для ног, вот такой питательный, лимон, пшеница и оливковое масло. Тоже к ножкам. И про ноги от Faberlic крем для ног. Он идет дезодорирующий, пролонгированный эффект. Экстракт лотоса. Так, вот сюда. Ну и тоже в этой, в коробочке, в пакете сюрпризе ко мне приехал вот этот крем. Не крем, а карандаш от Натоптышей. Будем пользоваться летом. И как Диана мне написала, как бы еще узнать, где будут эти натоптыши, чтобы намазать правильные места. Ну, на самом деле, будем искать эти места летом. Все, представляете, для ног у меня разумное количество, совсем чуть-чуть, а вот для рук, девчонки, зная мою нежную любовь к кремам, вот столько мне сделали подарков, которыми я с огромнейшим удовольствием пользуюсь. И на самом деле я свою коллекцию просто очень-очень люблю и с удовольствием перебираю. Вот такое большое количество получается. И я точно знаю, что кто любит, как я, кремы для рук, сейчас получили колоссальное удовольствие, потому что я сама с огромным удовольствием их перебирала. Этот ролик не такой информативный, больше он так, как отдых для глаз и обычная такая девичья болтовня. Спасибо огромное всем за внимание. В запасах осталось еще не так много. Наверное, еще средства для волос покажу. И не знаю еще что. Ну, комментарии, конечно, я отключу пока. Может быть, оставлю комментарии только в последнем ролике. Для тех, кто посмотрел все части и захочет мне что-то написать. Разумное и доброе. Всем спасибо за внимание, просмотры. Всем пока!